Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертик, мы продолжаем проходить бету. Привет, сосед 2, ребят. Кстати, можем вот сейчас как раз посмотреть, что у нас в режиме реального времени. То есть передвигается луна. Я буквально пока начинал запись, у меня был еще день, сейчас уже идет ночь. Сегодня мы все-таки вместе с вами сходим в этот домик соседа, ребят. Если вы не смотрели другие выпуски и вообще не в курсе, что происходит, ну, вышла бета Hello Neighbor 2, официальное продолжение. Привет, сосед, друзья. Вот такие вот дела, поэтому можете перейти на на канале уже, как минимум, есть 3 выпуска, это 4-й, вот так вот. Перейти и посмотреть то, что вы пропустили, на самом деле. Кстати, это вообще, это точно была, это вообще точно луна. У меня такое чувство, что это солнце, на самом деле. Он там Галин Васильевич уходит. И почему-то после перезапуска вот здесь такая проблема, что у меня все на доске полностью сбросилось. Вот как-то вот так вот дела идут. Ну, не забываем, что это бетка, что-то недоделанное и так далее. Я надеюсь, что после того, как мне придет новая информация на часики, что все начнется нормально, все по новой. Кстати... А, отлично, ну, по крайней мере, сумки лежит. Но у меня был еще пончик, но пончик у меня пропал. Ну ладно, я думаю, что его можно всегда найти у полицейского, по крайней мере. Такие вот дела. Ладно, ребят, давайте ставим свои лайки, и мы начинаем с вами, как всегда. Я Леха Смертник, ребят. Давайте, поехали. Так, доброе утречко. Да почему я такой тупой-то? День на дворе, ой, ночь на дворе. Какое утречко там может быть? Все, так, детектив Лёк снова в деле. Нужно ходить, смотреть здесь, как дела. Ой, смотрю, Галина Васильевна вообще себя там не жалеет. День и ночь, день и ночь. Что-то все делает, делает, делает. Все печет. Пирожки. Да, Галина Васильевна, как у вас дела? Хорошо, видимо, дела. Смотрит, так, а что бы еще пожрать-то сходить-то, а? Ща, говорит, пожрем, говорит, что-нибудь. Блин, за фигурой слежу. Наверное, не буду, говорит, жрать. Еще посижу, подумаю, потом пойду, говорит, поем все-таки. Так, ну ладно. Ладно. Я думаю, самое время пойти сходить в дом к Васильевичу. Узнать, какие там страшные тайны он скрывает. Потому что здесь живет Васильевич. Он крайне подозрительный человек. Зачем он здесь живет? А сейчас мы это все выясним вместе с вами. Зачем он... О, кстати. А я не видел там сарай. Надо бы сходить, посмотреть на этот сарай, кстати. А я не с него... А я же в нем был до этого. Нифига, какой я молодец. Ну, был, да, сплыл, что, как говорится, бывает. О, Санек. Что, сотку пришел отдать? Ну, видимо, сюда мы уже никак не попадем. Почему говорю мы? Потому что у меня раздвоение личности, я всегда хожу сам с собой, разговариваю. Потому что я дурачок местный, меня вот выгнали из города, я почему-то нацепил язычок Престы. Думаю, что я реально где-то работаю. Нет, на самом деле у меня просто какое-то, видимо, слабоумие. Я хожу, все сам себе выдумываю, тут какие-то, я не знаю, конспиративные вещи происходят. Так, ладно. О, солнце к нам приходит. Вообще как-то очень странно. С освещением. Ну ничего, ну ничего, разберемся. Василий здесь живет у нас, да? Сейчас мы к нему домой заломимся. Все. О! Вот и дверь есть. На балкончик. На балкон. Так. А что, не открывается, что ли? Вот дела, вот дела. Так, давай-ка залезу еще выше. Обалдеть, я сейчас упадусь и точно шею здесь сверну. Ну и как бы и нафига мне шея, скажем так. Действительно, нафига мне шея, ведь и так дурачок, она на себе ничего не носит. Просто пустую голову на себе носит и все. Можно вот... Васильич, ты там чем занимаешься? Какие-то странные звуки там у тебя. Тихо. Там плачет кто-то. Это все очень странно, это все очень сильно подозрительно. Там действительно там кто-то находится. Обалдеть, а? Вот это дела. Ладно, залезу повыше.
Что-то я, по-моему, кругами здесь гоняю у него по крыше. Ну и еще скажу, что трубадур. Ну и типа... И зачем я сюда залез? Немножко не заметил. Так, и что? Ну, вот есть крыша. Специально вот ведет сюда. Пролезть я сюда не могу. Почему не могу, непонятно. Просто сходил, залез там сам по себе. Такой вот я человечек-то хожу, сам просто лазю здесь. Прям слышишь, как плачет. Но здесь, мне кажется, я просто с другой стороны спущусь ниже и все. И в сам дом я, наверное, никак здесь не попаду. Я, может, и попаду, не знаю. Я ведь не какаду. Так, здесь у нас тоже заперто. Я, по-моему, здесь просто круг сделал и вернулся туда, откуда и начал. Так чувствую, все-таки нужно спускаться куда-то туда. А день вообще сегодня настанет или нет? Интересно. Выглядит действительно, как будто вот здесь можно залезть. Но я не могу здесь взять и залезть. К моему сожалению. А мне хотелось бы узнать. Мне ведь не кажется, мне вот это, по-моему, детская какая-то тень. Это может быть Аарон? Могу еще сальтуху вот так крутануть. Уху! Нифига себе. Че, я опять тебе шею свернул, что ли? Проснулся уже утро. Так. Интересно, у меня эти-то появились здесь или нет? Как бы цели, задачи. То есть дом-то я вижу. Вижу дом. Только, как говорится, что мне с ним делать? Окна все закрыты, окна перекрыты. Здесь Василич нас живет. Может быть, мне надо веревку, например, найти. И при помощи веревки я, допустим, смогу взять и спуститься. Я еще повторюсь, у меня почему-то всю информацию взяли. Опа, вон Василич ходил. Я Василича видел. Вот Василич гуляет. Ходит там у себя. Не, ну выглядит так, как будто в этот дом там можно попасть. Но почему-то ни одно окно оно не открывается. Хотя здесь куча окон. Вот как-то так вот. Так, пойти здесь что-нибудь поискать. Что-нибудь, может, интересное найду. А, прям заходи здесь. Через задний вход бери, что хочешь. Покажу, поищу, может, здесь что-то найду. Вот он. А, я могу ее будильником отвлечь. Она побежит его гасить. А я у нее что-нибудь сворую. Ну, все, на красавчик смотрит. Да, и потом я смогу взять что-нибудь открыть, например. Во, о, пошла. Пошла, пошла. Так, здесь я ничего взять не могу. И отсюда у нас где-то должен быть ключ. Ты ж у меня задания-то все пропали, ты что сделать-то надо? Как я теперь вообще что-то сделал? Увел Васильевича, ну, в доме есть. Сходил, посмотрел. Дом не короты. Но пончики есть, главное. Это хорошо, когда пончики есть. Полицейский-то все гоняет.
своими делами занимается. Ведет расследование, так сказать. Долго он так вести будет. Мне кажется, он состарится, может успеть. Так, а я могу здесь вообще вот куда-то по всей территории побегать или нет? Просто глянуть, посмотреть. Кстати, здесь довольно-таки такая неплохая территория, по которой можно побегать. А, все, набегался. Опять вот эти вот ограничения в моей голове. Какие-то ограничения непонятные идут. И куда-то они приведут. Так, здесь, может, кто живет. Пойти пообщаться с кем-нибудь. Здравствуйте, а есть тут дома? Нет? Здравствуйте, я детектив местный. Мужик, мужик, ты чё? Мужик! Обалдеть, нифига себе. Где-то чаем с сахаром встречает, а тут, видимо, ружьем с солью. Так, ладно, понятно. Потом сюда не ходить. По территории хоть походить, посмотреть. Что здесь и как, и куда есть. Ну, это, в принципе, вот он, видимо, весь отрезочек. Где можно спокойно ходить. Заниматься какими-то своими делишками. Опа. Вот так вот. Вот такие вот дела, вот такие пироги. Как-то вот так. Вот, конечно, с домом Васильевича очень сильно интересно. Подожди-ка. А вот у нас действительно вход в дом Васильевича. Сейчас мы возьмем, ребята, и поставим лайк. Нифига себе, как я вообще сразу не заметил этот вход. Если вы ролик вечером хотите еще один ролик, ребят, поддержите прямо сейчас комментом, ребят. И вечером я вам сниму, и мы облазим весь дом Васильевича. Давайте хоть сходим на него, посмотрим. Хотя здесь у нас... А, здесь у нас висит здоровенный вот этот желтый замок. А то есть, а там у нее и лежит... Кстати, отсюда открывается. То есть, внешне нельзя открыть, а отсюда снутри открывается. То есть мне надо бы найти где-то зеленый ключ. А, видимо, зеленый ключ я могу найти в этом здании у Галины Васильевны. И, правильно, забрать там желтый ключ и зайти сюда и попасть в дом соседа. Этим, конечно же, мы просто возьмем и займемся в следующем выпуске, друзья. Все, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Буквально вот эти вот 13 минут... просто хождение. Как-то вот так вот. Как-то вот так. Музей. Музей. Вот такие вот у нас дела здесь происходят. Я хочу просто встать, чтобы посмотреть. Жалко, кстати, что вот это все исчезает. И становится что-то не совсем понятно, что делать. Но, в принципе, здесь и так все понятно. Мне кажется. Просто если бы я не увидел эту дырку, вернее, отверстие, как сказал трудовик. Вот. Было бы как-то вот так вот все это дело. Ладно, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем отлично, стараемся, всем удачи и всем пока. Не забываем, если вечером ждем ролик, то, конечно же, берем прямо сейчас, ставим лайк и пишем свой комментик, друзья. Давайте, покедово вам, ребят. Увидимся вечером. Или не увидимся. Мало лайков поставите с комментиками, значит, и не ждете. Вот так вот. Все, давайте, пока всем.